Привет, друзья, что сегодня сулит Луна, а также, так как мы весь прошлый год собирали для вас приметы на каждый день, и чтобы не повторяться, вы можете посмотреть приметы на этот день по ссылке в описании или по подсказке в углу экрана. На дату 9 мая 2019 года в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это шестой лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак. Освещенность Луны составляет 22%. Один из самых благоприятных дней. У многих людей в этот день проявляется дар предвидения, обостряется интуиция, открываются самые разнообразные способности. Без особых препятствий продвигается научная или общественная деятельность. Легко налаживаются самые разнообразные контакты. День благоприятен для романтического общения с представителями противоположного пола. На физиологическом уровне в первую лунную фазу организм накапливает силы. Энергичность еще довольно мала во всех сферах жизни, будь то самочувствие, личная жизнь или бизнес. Как и в работе в личной сфере, настает этап переосмысления нынешних взаимоотношений и вполне вероятно вывод их на наиболее высокий уровень. Быстро возникают новые связи и знакомства. Совместно с ростом Луны в этот период жизненная энергия также возрастает. Энергия этого дня дарует славу, почет и успех в обществе. В четверг удаются все дела. Нужно только верить в себя и в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, то лучше отложить дело на потом. О том, что дела будут складываться удачно, подскажет ваше сердце. Оно же поможет решить ваши амурные дела. Удачный день для дороги и путешествий. День питания. Нельзя себе отказывать в еде, но не переедать. В этот день, символизирующий начало освоения пищи и ее трансформацию, следует уделять употребляемой пище большое внимание. Уделите внимание молочным продуктам и свежим овощам. Многие астрологические школы сходятся на том, что начатая в этот день семейная жизнь может помочь паре обрести мудрость и сохранить любовь на долгие годы. Общие рекомендации по уходу. Стрижка. Подстригитесь сегодня и окрасьте волосы, если хотите избавиться от депрессии и плохого настроения. Правда, волосы могут начать больше сечься и ломаться. Вот такая цена избавления от меланхолии и грусти. Окраска волос. Светлые тона могут принести энергию денег. Маникюр, педикюр. Чтобы ногти не слоились и были здоровыми, сделайте сегодня маникюр и педикюр. Отдайте предпочтение насыщенным темным оттенкам. Уход за лицом. Питательного крема будет вполне достаточно. Уход за телом. Посещение бани или сауны пойдет на пользу организму. Хорошо в этот период выполнять программы, предназначенные для омоложения организма. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.